После двух недель гидравлических испытаний возобновить подачу горячей воды в Ближнем Засвияжье планировалось 10 июня. Однако сразу на нескольких местах трубопровода Т+ произошли порывы, в том числе на перекрестке улиц Полбина и 50 лет в ЛКСМ. На данный момент без нормальной циркуляции горячей воды в общей сложности осталось 113 домов, среди которых социальные объекты, административные здания и многоквартирные дома. После того, как мы первую волну отремонтировали, первую волну порывов, закрыли и запустили опять циркуляцию ГВС, у нас выявились в отводных трубопроводах, в магистральных, в распределительных, еще дополнительные, они тоньше. То есть мы крупные магистрали быстро отремонтировали. А на вспомогательных выявились впоследствии, дополнительные свищи, порывы, которые тоже необходимо отремонтировать. Работы продолжают вестись на улицах Караганова, Облукова, Пушкарева, Московском шоссе и Полбина. Над устранением дефектов и возобновлением ГВС в усиленном режиме работают 6 звеньев специалистов. Задействовано 10 единиц техники. По словам представителей Т+, более 90% потребителей уже обеспечены горячим водоснабжением. Перед людьми компания принесла свои извинения и заверила, горячая вода поступит в дома в самое ближайшее время. Мы предлагаем управляющим компаниям запитать трубопроводы горячего водоснабжения по прямой без циркуляции, параметры чуть ниже получаются. Но у нас ТЭЦ выход 70 градусов, теплоноситель. Ну, возможно, здесь вот он 67. Между тем, в связи с нарушением сроков проведения гидравлических испытаний в контрольно-надзорные органы уже направлены информации о привлечении Т+ к административной ответственности. Для жителей пострадавших домов будет проведен перерасчет. На базе контакт-центра при главе города организована горячая линия для приема заявок от населения по номеру 73 79 11. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.